Хей, ребята, всем привет! Вы на канале Помидорка Красная. Это уже второй дубль, когда я записываю вот это вот видео. Потому что в первый раз у меня не записался звук. В общем, предыстория. Я, значит, сегодня захожу на свой предыдущий канал Развлекуха ТВ. Захожу на видеообзор этого сервера. И вижу там какие-то 4500 просмотров. Куча лайков и куча комментариев. Я такой, ладно, ну если людям нравятся обзоры майна, серверов майна, Pocket Edition, то почему бы не заснять это на свой канал? Поэтому, собственно, вот ловите видосик. Если звук опять не запишется, я кину свой телефон в стенку. Ну а мы поехали. Итак, собственно, что я сегодня вам покажу? Я вам покажу три способа, как заработать игровые деньги на этом сервере. И я вам покажу команды, как получить на нем бесплатный донат. Ну и, собственно, немного покажу сервер. Также огромное спасибо одному человеку, который перед началом видео скинул мне очень много денег. Я такого от него, честно, не ожидал. Спасибо ему огромное. Вот, куча W. И он отправил мне... Блин, куда это ушло? Он отправил мне 900 тысяч долларов. Сейчас, если я его найду, я вам его покажу. Ну, в общем, в начале видео вы могли его увидеть. Спасибо ему огромное за такую доброту. И, собственно, начнем мы с магазина. Здесь есть вот такой вот магазинчик. В нем можно много чего купить. И, ну, собственно, это первая наша остановка. Далее идем вот сюда вот. Тут у нас донат кейсы. Цена 100 тысяч, но не советую вам в него играть, потому что довольно-таки редко тут выпадает классный донат. Тут випка челу выпала за 100 тысяч. Вот, максимум, что может выпасть классного, это деньги. И то, в принципе, шанс этого, ну, небольшой. Ну, небольшой шанс того, что выпадет много денег. Извините, я заговариваюсь. Далее есть кейс. Его можно открывать бесконечно. Отсюда выпадают любые вещи, могут даже алмазы выпасть. Вообще что угодно. Вот. Я вот тут вот кучу железа получил. Вон, 3 с небольшим стаком. Идем дальше. Тут у нас есть типа кальян, но это просто зельеварка, которой нету кальяна. Здесь у нас есть камень, ножницы, бумага. Нажимаем и играем. Но выйти отсюда нельзя, поэтому мы просто выходим вот так. Здесь есть Санта. Мы можем на него нажать и получим фрагменты. Далее нажимаем на плюсики. И, собственно, можем открыть рождественский кейс, которого может выпасть тоже что угодно, от классного доната до кучи денег. Вот. Это, значит, первый способ заработка. Это вот такой вот рождественский кейс. Вот. Далее рассказываю вам второй способ заработка денег на этом сервере. В этом магазине вы можете купить любую вещь. Вот, допустим, топорик мы купим за там 500. После чего прописываем слэш тысячный левел. И продаем этот топорик уже, допустим, за 800 долларов. Так потихоньку копим и можем так заработать приличную сумму. Далее третий способ. Если
пропишете определенные команды, которые я вам позже покажу, вы можете получить бесплатный донат. И если у вас будет роль креатив и выше, вы можете построить для игроков начальный дом, неплохой такой, за 5 минут, и продать его, допустим, за 2000. И так, собственно, можно неплохо зарабатывать, и это самый лучший способ. Ну а теперь я вам покажу немножечко команды на сервере. Первое — это Free. И я выигрываю VIP. Кстати, креатив тут выиграть довольно-таки сложно. Раньше тут можно было очень легко выиграть креатив, можно было очень легко получить деньги просто по кликов на кликер. Но сейчас это все убрали. Он, кстати, еще кофеек есть. Подходим, пьем позже. Вот. Далее. Есть команда Ханк. Вам не удалось взломать антигрифера. Вот. Далее есть команда FreeDC. И нам выпадает Fly. И последняя, четвертая команда — это у нас Опка. Ну и я сюда также выигрываю Fly. Но если постараться и выиграть креатив, то, собственно, можно будет зарабатывать, строить дома и все такое. Теперь давайте маленько еще пробежимся по серверу, кое-что покажу. Здесь у нас есть казино. Тут нажимаем на рычаг и зарабатываем, но я не хочу тратить свои денежки. Далее спускаемся сюда, и здесь у нас есть шахты. О, даже абсолютно целая. Честно, тут шанс увидеть целую шахту довольно-таки низок, потому что как приходит уведомление о том, что шахта обновилась, сюда бегут просто все игроки. Но что-то как-то не в этот раз похоже. Вот, но отсюда можно подобывать немножечко ресурсиков. И потом их также можно продавать. Например, встать куда-нибудь и прописать что-нибудь по типу «продам полстака алмазов, пишите 1-1-3», к примеру. И, собственно, ждете, пока кто-нибудь к вам тэпнется и купит у вас вашу вещь. Ну а на этом, в принципе, все. А, забыл сказать. Я разыгрываю сегодня один аккаунт, не тот, с которого я играю, потому что мне сюда перечислили 900 тысяч, и такой аккаунт я не могу всрать. Но я перекину 100 тысяч с этого аккаунта на другой, и, собственно, разыграю вам аккаунт, ну, никнейм и пароль. И там будет какая-нибудь роль, может Fly, может VIP, может Premium. Это я уже напишу в описании. И там же будет никнейм и пароль. Кто успеет ухватить, тот молодец. Ну и опять же, там будет 100 тысяч. Все. Всем спасибо за просмотр. Желаю вам всем удачи, здоровья вам и вашим близким. Всем пока-пока. Oh,